Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сегодня вновь озвучил поддержку России территориальной целостности Азербайджана. Принадлежность Нагорного Карабаха достаточно давно определена резолюциями Совета Безопасности. Как передает канал 13 со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, Россия не меняла свои позиции по статусу Нагорного Карабаха, как и другие страны. Принадлежность этой территории определена соответствующими резолюциями Совета Безопасности, достаточно давними. Это все указано в резолюциях Совета Безопасности. Россия ничего не меняла. Собственно, ни одна страна не меняла, напомнил представитель Кремля. Ранее президент России Владимир Путин в эфире российского телеканала прокомментировал вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. В частности, он заявил, что с точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики. Отметим, что Совет Безопасности ООН в 1993 году принял 4 резолюции по Нагорно-Карабахскому конфликту. В этих резолюциях была признана территориальная целостность Азербайджана и требовался безоговорочный вывод оккупационных армянских войск с территории Азербайджана.